Не хочу эту игру слить, я буду играть в Гарри Поттера. Ты на Фениксе умеешь играть? Ну, я да. Ну, я да. Я там за некоторые спы учу, то значит. Да может расслабнемся? Может расслабнемся лучше, а? С тобой? Да. Ты умеешь на нем? Да. Нет. Кто умеет, пойдет. Я. Зевс. Точно. Рандомы тебе быстрее, вот здесь. Ой-ой-ой, ты будешь свапаться аппарата? Да, да. На Undying сыграешь? Я не умею за него играть. Ну аппарат, а на аппарате умеешь? Какие нет. У них жирные персонажи. Чё-то мне наш пик не нравится, из трех саппортов Хокера, который не умеет играть на нем, и Пудж. Чё? Ты чё, не доверяешь Пуджу? Да. Я тоже. Чё, будешь на аппарате или как? Я бы за клока сыграл. Ну давайте между собой обменяемся. Хотя хуй знает. Играй Кэрри аппарат через дезолятор. Он не потянет Даша, как Кэрри. Даша Яша дезолятор. Дело в том, что он не потянет как Кэрри. Ладно, я буду Кэрри. Хорошо, у меня такой вопрос. Как мы будем убивать Тини? Я вот тоже про чё. Аппарат. Как мы будем убивать Кентавра? Да, я волшебник как и маг. Я волшебник и маг. В седьмом поколении. Сейчас я буду колдовать. И все... Подаюсь, пацан. И все сдохнут, да я болею. Ну чё? Поехали. Скажите мне скилл билд на аппарата. А, вначале по ситуации, либо второй, либо третий. Потом идет этот второй, третий, потом первый, потом третий, второй, первый на единичку, остальные максишь. И ульту, конечно. Собираешь зелененький ботиночек. Он кэрри у нас, фейзы. Фейзы. Фейзы и, наверное, сразу этот. Фейзы Саша Яша. Саша Яша, а как же Аганим? Аганим с Кади на самом деле очень хорошо заходит, если кэрри. Потому что будешь с руки накидывать. Аганим чисто для ульты. Так. Смотрите, да я могу в кэрри пойти. Смотри, смотри, их там три. Все три! Ой-ой-ой. Сразу деремся. Смотри, сколько он мне уже понавешал, вы ему хоть вы-то ему хоть по флюхе-то дайте. У меня Тинни и Кент. Это очень неприятно. Зачем ты это сделал? Я драться хотел. Я могу сейчас сюда и Верс тебе поставить. Это лоу приверить и чё? Пусть у нас Undying фармит. О, отличный спасибо. План. Спасибо, только ты не знаешь, как я играю, конечно. На других ролях. Не давай ему фармить никогда, он, знаешь, на сварке 5 крипов. На 40-й минуте, мидером. Моя роль только саппорта, на самом деле. Я вот даже сейчас... больше, чем у тебя крипов на 40-й минуте. Сколько тебе лет? 22. А у меня 4 крипа было. А тут да. Я, значит, угадал. У кого-то живот урчит, я услышал. Чего? У кого-то живот урчал. Мой крип. Давай ты не будешь мне мешать фармиться, я все же поиграю в Гарри Поттера. Хорош автоатачи, слышишь, Вася? Женя, точнее. Я уж начал по именам. Да я в стиме вообще переписываю, что хочешь. Ты, ага, и автоатачишь. Скотина. По спектре автоатач лучше. Если я ФБ ставлю, вы будете ругаться? Да. Я буду. Возможно, даже. Значит, так и сделаем. Ну, если что, опять видео уже. Если мне приходит штраф, я это твой адрес указываю. Ты будешь оплачивать. Я понял. Тебе ничего не сделают. Я слишком мало подписчиков. Ну да. Целых 2000 скоро будет. Ну вот как будет, так и скажешь. Завтра будет, наверное. 2000? Вроде хотели 2000 сделать по закону. Там с 3000 считается за средства массовой информации. А, ну все то. А потом что надо будет сделать, когда будет 3К? 3К, все, ты уже там. Там же какую-то заявку хотели сделать, чтобы надо было заполнять. Я точно не уверен. А
чё, так, давайте тактика пятини кросс. Кстати! Блять, вообще без проблем, пацаны, серьезно, тактика пятини кросс, иначе мы проиграем. Я понял, что ты хотел сказать. Не. А чё вы отводы поделать не хотите? Два саппорта возле меня стоят. Себя-то ведь... зачем? Мы пушим. А-а-а. Тамбу, тамбу, ставь, полетели! Ой, как больно, Зевс меня пробивает. Нифига вы их там уже. А чем вы их поджигаете? А вон чё. Магией. Магия! Горючая смесь. This is a magic. Круто, апните, я-то не саппорт. Уже как я помазал. Как-никак уже... Так надо было сказать. Я ж тебе сказал, блин. Ты ничего не сказал, то, что мажешь. Ты не сказал, Дмитрий, я вас мажу. Ну вот, теперь я тонко и намекнул. Дмитрий, я вас мажу. Маш, не эй ты, а именно Дмитрий. Ой, вот. Реюз Куру, пожалуйста, я нечаянно. Куру-то апните, чё вы? Четвёртая минута, чё за два саппорта? Вы издеваетесь, что ли? Говорю, тактика пяти некров, говорю, иначе мы точно проиграем, я вас прям уверяю. Ну, потому будет... Хотя бы мне можно без некров? Нет, и... всем вчера. Андайнгу. Что мы будем тупо отправлять некров, и они тупо будут чего убивать. Окей. И мы просто так выигрывали, не выигрышь ты матч. Да, чё-то я не помню такого. Ну, мы... там тебя не было. Ага. А Женя, ой, Алёша там был? По-моему, да. Кто там ещё? Какие-нибудь Илюши были, нет? Нет. А чё то я не был? А чё то это вообще, это год назад, что ли, было? Да нет, ну это было летом, наверное. Этим? Нет, нет, раньше это было. Раньше ещё? Это было весной. Или тактика, давайте все впятером на один лайн соберемся, знаешь, ну там. Вот это было уже еще зимой. Да, я когда первый раз на инвокере. А ты слушай, а ты битву городов-то так? Че вы с ней решили делать? Да ничего не будем делать. Уже все, сняли регу. Зевс СС. Дайн, где ты замечательный томбы под тавр, чтобы мы их забирали? Только да сейчас... я за ботинком ходил. Ну не сейчас, сейчас мы как-то по тавру зайдем, только быстрее надо сейчас трепов. Ну ты чё творят, а? Ааа, я понял! Я говорю, где СС? Кинь СС, где? Только что так, был. Я в чате вообще ничего не вижу, вижу только Зевса. Еще и Кин к нам пришел. Все к нам пришли, слушайте, что это такое? Что это за дода такая пассивная? Стас Пьеха. Стас Пьеха? Да. Нет. Я думаю, ребят, это забавная игра сольется все-таки. Это да. Да а кого? Че вы дезморалите? Нет, здесь же дезморалить даже не надо. Слышишь, Играем. Зачем ты первый скилл там максишь аппарату? Ему я на единичку. Я тебе сказал, вообще не надо первый скилл на единичку и больше не трогаешь. Вообще меня отхукнул, надо было его хукать и убивать. Я думал, ты не уйдешь. Челлинг тачка чай, и потом второй-третий пошел. Ну и уйду. И челлинг, и по КД, короче, как ее замес на нас, ее кидаю, чтобы мы такие, йоу. Вау, ася, больно мне. Опа, смотри, разводим, смотри, опа, поехала драка. Жри. Было бы чем жрать. Вот так вот. Дальше идем. Сейчас я дам тебе маны. Дал я тебе маны, чё ты врешь? Вот так вот, и дальше, вот так вот. Ой, а чем? Да. Ну так, жить можно, конечно, но... Ну не в моем случае. Относительно хорошо. Женя, я тебя задинаю, хочешь? Его не придется динать. Я, конечно, сейчас сдохну еще, наверное, да? Может быть, нет. Нет, нет. Ты выживешь по-любому? Ну, а нет, Зевс, под хостой. Киллинг спри. Выживу, да? Аппарат тебе в спину заходит. Ну не такие игры выигрывались. Второй скилл и убегай. Попытка отдавать. Поехали, в пятером на низу собираемся. Так, давайте тактику 5 на... 5 низ и полетели.
Все. Все, давайте все быстрее на ТП на низ поможем. О, Кокта 7, он сейчас инициирую. Да. Всех... Смотри, там потом там бай. Если хуком попаду. Вот, влетай, влетай. Опа! Это пыль! Стопайте его, стопайте, бейте ему в лицо ногой, я не знаю, отойди сейчас. Сейчас хукнем. Давай! Вот это ху! 23 копейки заработал, ребят, все нормально. Вот это был фейл, а? 23 копейки, вы что, дураки что ли? На аркана хватил. Зачем ты хукнул его, Руслан? Че, погнали ломать, короче, и все. Максим третью, короче, и все, вот, Максим, мы просто с тобой не поняли друг друга. Бывает. Ребят, у нас минус топ. Да пофиг, ломаем, дальше идем. И идем по одному лайну, потому что если мы пойдем по разным лайнам, мы проиграем. Понял. Захожу в спину. 10 секунд тампа. Мне надо убить вот этого чувака. Чё? Всё, заходим, заходим. Тамба есть. Сейф ТП, зелененький пришел. Дай тампу. Здесь. Тяни! Вот это нормально. Конечно, я, наверное, помру. Там Вичар этот ультанул, чё вы ему ничего не сбили? Чё-то я... Хорошо. Умри, нет. Умри, ну! Нет, как нет. Тина! Так. Блин, и вышку не забрали, ничего не сделали. Феникс. Я стоял сзади и никого не убил. Блин, знаете, чего мы проиграли? Потому что у нас аппарат 5 уровня еще. О. А ты чё ливнул? А чё играет-то? Меня выкинуло. Тебя выкинуло? Угу. Нет, ты ливнул. Спасибо за игру, тебя выкинуло? Да, меня выкинуло. Давай реконнектись. Да я ливнул уже. Нет, ещё я не офигел, что ли, Скотт? Я ливнул. В смысле? Тебя да. Можно подключиться к игре? Я уже отключился, из доты вышел. Обманщик. Ливайте тоже. У нас так лоу приорити, ты издеваешься? Какой лоу приорити? Мы играем в лоу приорити? Да. Ну сейчас у тебя будет лоу приорити. Ты понимаешь, что у тебя будет лоу приорити, ты понимаешь, что это вообще не рентабельный проект? А вы видите то, что я уже зашел и бью крипов? Давно уже. Да, так-то. Спину заходит. Цепляй, цепляй, кто там? Клокверк, давай, прыгай вот сюда. Поехали! А ты не хукнешь? Я ждал, пока ты прыгнешь. Так ты впереди шел. О, смотрите, идет, идет. Нет, надо выйти сейчас тавер снести, нам будет проще, у нас плюс голда будет хотя бы. Да. Максим, чекни ракетки, чё ты? А чё, я что-то не вижу, чтобы кто-то... Здорово. Больно. Ой, как больно мне. Ладно, я пошел домой. А чё ты не ультанул-то нормально? Куда ты шарик свой дал? Я хуй знаю, как за него ультовать, блядь. Вначале смотришь цель. Нет, во-первых, чтобы ультовать, я слышал, нужен шестой уровень, да? Ну он шестой, причём я такой вижу, ульта полетела, так. Смотрю, куда она летит, не вижу. Смотрю, он ее даже еще не нажал. Я понял. Вы про аппараты, я думали, вы про Феникса. Я понял. Давай лучше... А, уже нельзя, да, свапа сдать? Можно дать управление просто и все. А вам просто покупать за своих героев шмотки. Так, обследовать. Ага, я так с Лехой один раз поиграл. Это дикость и тупость на самом деле. Вот! И еще раз нажать надо было. Хорошая ульта. Ну, прям, на му... прям на муле. Сейчас мы идем. Как ей, блядь, управлять? А, ты ее пускаешь, где хочешь остановить, нажимаешь R, и она твой летит. На андайнге ты намного лучше играешь или нет? На будущее? Я не пробовал вообще. А на аппарате? Он только на кэрри умеет играть, и все, ему дали здесь фантомку, он не играет. Я понял вас. Сашкова на фантомке. Че, будем тогда делать план перехват? Я кентавра нашел.
Так жри, а зачем ты туда пошел? Такой беспалевный, знаешь? А, не-не-не-не. Максим, Коги. Убегай. Маты, Пуджа оставь здесь. Я в шоке от вас. Давайте больше не будем рандомить. Как вам такое предложение? Ой-ой-ой, хорошая ульта. Что это было? Найс ульта! Просто... Вы понимаете, что мы-то так-то таверку первую забрали, чем они? Я теперь понял, как она работает, ребят, нормально это все пойдет. Ульта была просто вообще божественная. Просто прям... Я прям ору. Ой, смотрите как. А чё, вот куда вы все ушли? Я был мертвый. О, нет, вот это вот. И вот это вот. Почему вы меня там одного оставили? Потому что они могут. А. Доверие. Ну, как сделал, вот где доверие? О, давай, вот так о, вот. Троих. Ой-ой-ой. Дай управление, я тебе дам свое. Сейчас, погодите, дайте я перед, кто будет видео смотреть, оправдаюсь немножко. Ребята, я их не знаю. Я играю с ними первый раз. Я просто днищ. Если что, вот эти вот ребята, кидайте репорт. Если вы их видите. Так, кому там дать первому? Аппарат, да? Аппарат удачи. Нарочно подавался. Ты получай репорт. Нарочно подавался. И вот ты. Все, три репорта я дал. Мне дал? Да. Я Женьке только не дал. Потому что он капитан, у меня может из тима выглядеть. Женя, потом можешь да? пересмотреть, если что. Ой, Андуинг, дай и первый скилл, пожалуйста. Да я знаю, как на нем играть. Ой, красавчик. Я не зря Гарри Поттер. Вот сюда вот шарик кидай. Вот сюда шарик. И вот сюда вот его вот тут останавливай. Вот тут вот останавливай. Вот так вот, на. Хорошо. Ай, больно. А зачем ты ему ПТ собрал? А вы же сами сказали, Керри. Он сейчас еще, наверное, себе что-нибудь купит. Женю больше вообще не слушайте. Вы нашли кого слушать здесь? Пацаны, мне 7 рарок предлагают за мою меню. За 9 сетов? Да. Нет, за что тебе предлагают? 9 рарок. А какие? Каких? Ой, 6 рарок и 1 мификал. От каких? Смотря каких, наверное. Ребята, а го реально все в эту войну прёмся просто и выиграем. А-а-а! Там... Зевс сейчас меня убьет. Я крипа хилю. Все, я домой, ребят. Я по старой традиции пошел домой. Да ты умрешь, нет. Так, вообще изи катка, пацаны. Я домой. Давай, давай, хромай домой. Сейчас надо мид сломать, пацаны. Да как вот же мид? Длинная башка, как у меня. Все, пацаны, все в мид. Само собой. В мид, да? В мид? В мид? Капитан сказал, уйдем. О, нифига, прикинь, я уже 7 зарядов в урну поймал. И репорт еще в придачу. Так, прикинь, сейчас сколько, блядь. Сколько у тебя пассива? Надо дефать, ребят. Надо меня? Да. Одна пока, в один. Нет, в смысле, сколько у тебя настакано уже? Пацаны, все в мид, пацаны, мы сейчас выиграем. Да, в мид, реально. в мид. Да, ну, должно быть нормально стакан. Да, в мид. Летим в мид, да, правильно, правильно, в мид. Да, я в топ. Я смотрю, вот хочу, два пацана вообще не ориентируются. В мид, я в миду. Не дай бог он ультанет. Я сказал, я в мид пошел. Давай, еще крипа хукай. Сейчас мы ты моего зомби хуканешь, я уверен. И ты умрешь, нет. Вот видишь, какая тактика? Моя тактика намного лучше, чем ваша. Да. Деграданская. Поэтому пошел ты. Да, вот так вот. Кентавр отличный стан только что дал. Вот именно так надо с капитаном разговаривать, правильно. Эй ты, я да, знаю, эй ты. Правильно. Все же не зря я дал репорты вам, а? Женя,
Ты сдох. Что? Да я так, я экстрасенс просто. Гарри Поттер экстрасенс. Убивать будут меня, я тебя спасу. Я тебя спасу, погнали. Там нет, вот там был. Тамбута на ХГ поставь. Сейчас погоди, вот так вот, сейчас вот так вот, вот так вот, вот так вот, поехали, дерёмся. Мы что творим, а? Дерёмся. Дерёмся. Попили бы что-нибудь, хорошо, попили. Я говорю, все, говорю, вот, все. Мы сейчас изи, изи каточка. Это я поставлю никому избранного персонажа аппаратом. Да кого? Это мой избранный персонаж, не трогай его даже. Ты его обосрал. Ты просто испортил. Собрать ему ПТ-ху и качать первый скилл на 2, это позор и стыд. О, сейчас, да я все равно так и так сдох, смотри. Бах. Задинай меня. Задинай. Задинай. Задинаю. Первым скиллом. Угу. А где все же этим? Не игры. Я только вижу, только двое человек собирают некро. Я пытаюсь. Не зря я сказал то, что я вас не знаю. Они смоки. По-моему, да, смоки дают. Ой, хорошо. Хорошо. Целые 45 голды получил или сколько? Да, да, да. О, бич. О, ой, нашлись. Нашлась пропажа. Сейчас я к вам приду. Поехали драться, чё вы? Го-го-го-го. Я уже дерусь. Поехали. Поехали. Спасайте, спасайте, пацаны, сейчас убью. Больно. А чё бульта по мне-то долбит? Больно. Женя, не дай им там бумую сломать, а? Маты, опа, опа. Мансую, мансую, ребят. И на развороте сейчас. Смотрите, вот этого вот еще. Зомбик просто вообще Гарри Поттер. Давай, хукай его. Я вот пытался. Так вот. Да. Не ультуй, пока я тебе не скажу. Я буду управлять твоей ультой. Дай мне свое управление. Аппарат арканы дам. Ой, больно. Ой-ой-ой, смотри, развели. Опа. Воняй. Вот так вот, еще и спектру. Да урну. Спектрушеньку, убейте. Хорошо. И вот, смотрите. Сейчас вас всех убьет. Сейчас уста будет. Поехали. Сек, 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 сек. Есть что? Хорошо. Блин. Правильно. Ой, я тебя хилю. Жить. Я тебя хильнул. Тут невидимость. Ой, хорошо. Ладно, спасибо за невидимость. Минус 20. Видишь, что уже появилось? Ага, у меня тоже они появились уже. Че это появилось? Вы понимаете, что это начинает появляться? Что это? Не крыш, что ли? Естественно. А ты что, не знал, как они выглядят? 2, 8, 14. Просто за один файт 14 ассистов получил. Все, сейчас степаемся в мид и начинаем просто через некров все ломать. Все, сейчас тест. Конечно, уж. Собирай, что за блейдмейл, что за трайхард? Подожди, слышишь, у меня сейчас арканы. О, это сейчас. А зачем ты их сейчас заюзал? В смысле, какие пайпы, какие арканы? Я же говорю, просто 5 некров. Все, там потом уже собирать. Ребят, я их нашел. Я вижу. Больно. Умереть. Не задунаялся, брат, сори. Там убьют. Да вот возле нее надо ставить лед, кстати. Назад. Ой, Клоктер, ты что творит? Че за Феникс? Этих некров юзай и улетай. Женя! Выключи свой первый скилл. Некров! Я вообще не понимаю, пацаны просто какую-то хрень начали собирать. Один вагонин зачем-то пошел, второй пайпу начал собирать. Я ее собрал. Просто 5 некров 3 уровня, все, мы пускаем, они сами себя убивают. Сейчас будет все. Тени собирает агоним, бьет одним сплошом, умирает. Изи все, как. Сейчас будет, все, задолбал, не кричи. Все. Это он еще не кричит, он просто переживает. Он хочет победить. Мы потому что эту игру, по сути, выигрываем вообще в стола. 26-40. Да мы ее выиграем, потому что они все нищие. Вот думаешь, 26-40, у нас уже пуджа 2200 кп, 13 стаков. Ты прикинь, что сейчас будет потом. Сейчас буквально еще полчаса и все там, мы уже не убиваем. Еще две таких драки, и у меня знаешь сколько будет? У меня негров такого уровня сейчас будет. Я под андайнгом могу жить вообще вечно, по-моему. Да, потому что он Гарри Поттер. Во, видишь, пацаны, видите, все.
икры сейчас будут работать на нас. Сейчас вообще изи каточки пойдут. Го, опять по миду. 1000 не хватает. 1100 до третьих. Да, все, по миду, потому что сейчас игра как раз 25 секунд сейчас от хдшится и все вместе пойдем там вообще. Они, наверное, на Рошане, мне кажется. Чекнем? Чекнем. Сейчас я чекну, не ходи. Вот так все вот. Нормально. Они боятся. По миду, дальше, пацаны, где вы так? Мы их задавили авторитетом. Ну смотрите, по башням-то мы даже выигрываем. Мы не только по башням выигрываем. Тактика 5 всегда действует, папа. Ну только что-то я не вижу 5 негров. Сейчас будет. У меня уже начало положено, видишь? А мы им не... Мы быстрее спушим, у нас 2 пачки негров вторых. Некров тупо суицид туда отправляем и все. Вот, смотри, бах, уже нету. И улетай. Ты что, думаешь, что я слабак, что ли? Ой, накидал. Злой-то какой, а? А тут Зевс, по-моему, уже. О, диффуз, да. Ну смотри, двух толстых мы просто выносим, уничтожаем. Вообще я не... Я, кентавр просто, по-моему, убил двух некров и умер. Да, он тупо от стана сдох, можно сказать даже. Да, он просто топнул и умер. Сейчас я... Я говорю, что это работает. Надо 1000 нафермить мне. Спектра, кстати, в сете прикольном, почти. А мы тут матерей для семьи нет уже? Нет, по-моему. Я пару раз сказал, что мы слегка плохо сыграли. Говорится на хэ, да, это слово? Нет, это вот как до этого, короче. Нет, мы пару раз плохо сыграли, а пару раз хорошо. Ага. ХЗ, да, как-то сыграли? И хуй, ребят, будем дефать будем, нет? ИП еще играли тоже. А, ИП играли. Давайте дальше, вот сюда, пацаны. Некра, третий не экране, там сейчас сами себя съедят. Во, красава, пошел куда надо. Так, пусть еще далековато, так. Что там? Ну, Аганим все-таки собрал какой-то ранг. Я вообще не знаю, как его... Кто Аганим собрал? Аппарат днище. Так вообще... Не те айтемы, не те. Все, ну, хотя... я в меку пошел сейчас, точнее, я собрал первый, все, поэтому... Я пошел в меку. Все, пойдем по миду дальше, они сейчас к нам придут, я все юзну, они умрут. У меня ульта уже есть, все, пойдем. Let's go, baby! Я только, по-моему, одно, я не должен идти впереди всех. Брони нет, у меня разрывают прям. Вы идите, я просто сбоку. Весь доктора хочу поймать сразу. Давайте раскасты все свои там. Чё, поехали? Минус, есть. Ищем спектру, ищем. Нашли. Нет, не нашли, вот она. Все, все на... А, вышки уже нет, го, ну, дальше. Ну, я тебе говорю, заходим дальше, на ХГ, пацаны, на ХГ прям. Выполняют до сих пор. На ХГ, пацаны. Заходим, Некра, где? Мои здесь. Они вообще в шоке, пацаны. А, вот крипа поймал. Таврка, все, самый главный. Снимите агр. Дальше! Опа, минус один. Бедный Максим. Максимка, что с тобой? Что с лицом, Максим? Ой, кентуха, да. Подошел, жрём, такой. Жрём. Они не жрём, назад. Ой, уходим, уходим. Нормально. Сейчас не игра, кто-то боятся не игра, инфа сотка. У меня уже есть третий. У меня тоже есть третий. Ну, они летят. Скоро Некра тоже будет. Сейчас что, я собираю Шиву. Так, чтобы они прикурили однозначно. Просто, пацаны, понимаете, то, что тактика 5 негров... Как бы те же Шивы намного лучше, на самом деле. Ну ладно, я соберу Шиву. Все хорошо. Вот, короче, все, если... у меня уже почти Тараска, ой, у меня почти мека есть, через 700 мека. Через... Если весь доктора в самом начале ловить, то нормально, он не успевает ничего сделать. Ну как бы правильно всего поймать. У Витя 4 варда, он где-то в лесу, у себя варды будут стоять сейчас. Да, вот где, стоит. Походу, я заходил, вот здесь где-то. Так мы сейчас по топу пойдем. Да, не мешал. Какой по топу? По низу, пацаны, по низу, все по низу. Го, я уже здесь. Я бегу. Все по низу, пацаны. Сейчас 2 секунды, сейчас еще там снесем все до трёшки. Кимплеюшка. А зачем ты там не остановился? У вас, смотрите, кент с ДДХ был. Я бы его все равно вернул.
Куда ты вперед, батьки? Кент с ДДхой. Кент у нас в лесу. Он у нас в лесу. Да. Кто? Кент с ДДхой. Вон идем. Идите по лайну, я сейчас приду. Я сейчас дам сейчас ему, чтобы он не прыгал у нас. Крипов, надо крипов убивать. Максим, всё, ракетки, всё. Максим, ракетка вот здесь отпушивай. Две пачки некров ломают все. Некрати 200 будет. Ломают еще больше. Ребят, го сейф ТП, ребят, го. Какой сейф ТП, ты че? Идем. Ты не в ту доту играешь. Тут все, я понял. Если 5 на лайн, нам еще инвокера с варджами, было вообще бы хорошо. Все, я понял. Я на всякий случай ТП себе купил. Го, танкую. Захожу за вышку. Крипов держать. Смотрите, Вичара подошел. Не-не-не, нам надо вышку забрать. Синий мой. Кентуха сдох. Аппарат вот. Вич-доктор разультился и все. Они все сдохли. А вот этого? Вот он, ну не крами. Да, давай. Он мертвый, слышишь, Нет, они не вовремя исчезли. Нет. Это обидно. Но это без меня вообще драка была. Ой. Я, короче, всю... А в смысле без тебя? Где ты был? Я вот здесь был, я всю ульту вич-доктора в себя сосал, короче. Он мне нанес 1500. Зачем? Надо было на базу ультовать. Он же потакер. Он там прячется до сих пор. Надо переспрашивать. Нафармила норм, все. Я же пошел вперед крипов держать. И как бы весь прокат свалил. У кого-нибудь появились еще негра? У меня появились первые. Почти. Во-во-во, все, сейчас они точно ничего не сделают. Главное 5 пачек первых негров, а там уже можно всех уничтожать. У нас еще и третий есть. Поэтому сейчас идем по топу, пацаны. Все как бы закономерно. Ребят, ждите 6 секунд, сейчас будем. Так, я пошел в догон, все. Окончательно их унизить. Естественно. Зачем ты здесь тамбу поставил? Да и просто так. 40 секунд без тамбы теперь. Да к чё? Так мы пока дойдем. Ну. Насчет КДшка 100 раз. Тактика 5 некров, это нормально. Го следующую игру прям полностью в пушке, там какой-нибудь Фурион, потом Лансер, Энигма. Я на фантоме СВС играю. Я на Энигме могу. Я на Люкане. Я не умею. А, я на Фурионе, вол. Ты понимаете, что если у нас будет 5 некров, и у нас будет Ликан, просто плюс 80, ой, плюс 50 дамага каждому из некров. Да. Чей будут свору? Это можно брать Бурду, Энигму тогда. Они сейчас что-то задумали, по-любому. Энигму ультанет, они, скорее всего, с этим сейчас. Ой, Энигму. Чё, юзаем? Я их видел, да. Всё, юзаем некров. Всё, отправляем тупо в суицид, в вышку и всё. Вот это да. Смотри, сейчас Тини сейчас ударит кого-то. О, Тини, бах, нету! Ребят, поймал. Вот это вообще царский! Ну, падай быстрей! На! Бедный Тини. Женя, живи! Он умрет. У него плюс 3 уровня, слышишь, он 3 левака апнул. Женя? Да. Нормально. И у него некрочи вторые, по-моему, появились. Или догон это? Догон у него уже. Нет, бедный Тини. Как он кончился быстро? Видишь, Тини просто ударил один раз со сплэша и умер. Мы опять же проиграли, потому что вич-доктор раскастовался. Нет, просто сейчас надо еще такую фигню сделать, нам надо сейчас, может быть, по миду все-таки зайти. Потому что если мы так жестко пушим, мы тогда точно мид сломаем. Го. Пойдем по миду сейчас, да. Вот этот барак всего упрямся и все. А хотя нет, лучше в дальний. Не, лучше милишный. Дисбаланс пойдет, они не смогут дефать нормально. Мы милишный можем не забрать, он отрегенится. Заберем. Через некров, просто их в суицид отправим и все, их никто бить. Так, кентавр почти стараться. Да мы кентавра нахуй не разберем, у него почти тарас. Так он сам себя убивает тоже. Ну что, он на пол хп был, это... Думаешь, мы его так сильно дамажили, это все не кра? Можно. Нет, знаешь, в чем прикол? Слушай, у них теперь инфа пошла, то, что Тини, короче, чтобы не бил вообще никого, походу. Тини сейчас, скорее всего, будет в кого-то в одного грызаться, а некрочи просто будут пушить. Да. Все, пойдемте дальше, Камида.
Предаторская способность номер 7. И я пайпу собрал и не юзаю нифига. Одного не хватает, где ты? Я подхожу. Спектра. Настоящая? Нет здесь. Вот настоящая. Не, нет настоящая. Го-го-го-го, она без ульты. Все вот этот барак. Какой этот? Вот этот. Вот она, спектра. Они нас сзади. Котику, бьем бараки, бьем бараки. Они защиту проюзали. Я буду этого искать. А ты не как, просто у них... Опа, опа, опа. Все, нету. Ой, хорошо, Зевс минус. Ребят, бараки, бараки, пожалуйста. Да. Все хорошо. Видите, минус бараки. Еще три раза, так и мы выиграем. Но если нас не спушат. Нас не спушат. 250 вторые некра будут. Ну, сейчас у всех будет третья некра, будет просто жесть. Алло, мы с первыми некрами почти выиграли. Опять же, блин, этот вич-доктор просто с ультой в конце заходит и всех разносит. Я не заметил, я не успеваю чекнуть, что у них. Там такая гопша бегает, у меня глаза разбегаются. Они все сейчас по миду будут идти. У него Аэги, слушайте. Они по миду будут 2 часа идти. Да, у него Bluestone и этот, Аганим. Надо дефать. Ну, а дефаем. Еще Аэги у кентавра. Хотя... Глиф не юзайте. Кто хотел сказать, чтобы на бараке оставили? Ой, больно им. Поехали! Чё они, чё, они к нам на ХГ хотели зайти? Да. Они вообще опоздели, годы гоняем наглецов. Ха-ха, испугались, слушай. Чё, идём хоть вот сюда просто сразу, к трону. Ой, всё. Спектра пришла, настоящая вот здесь. Где? Не, нету вроде. Она меня бьет. Всё, давайте. Чё, поможем? Нет. А чё мы не порегенились? Так. Я что-то поймал. Они хотят выиграть, да? Они да. Не пойдут сейчас. Они без ничего. Не пойдут, говоришь? Меня каким-то образом там убили. Ай, больно, вот аппарат. О, этот. Они гроф-то не вызываешь, вот, вот мы и проигрываем. Надо было раньше вызывать, надо было на деф еще их вызывать. Некров? На деф, да. Я их вызывал. Я нет. Не вызывал. Лох не вызывал. Аппарат тоже не вызывает. Аппараты только не появились. Да, не так все просто. Захотели, они, а? Они делают, слышишь? Васи. Некрачей надо, некрачей, нужно. Я вызвал некрачей. Своих, но они сдохли. Максим, прожми. Походу нет, все же не будет тут победы. Вы просто некрачей не прожимаете, видите? Я прожал. Да нет, смотри, у них демеджа нету. А вот теперь есть. Вышку сломали, отлично, смотри, тут какая гопша идет. Если мы сейчас задефаем, короче, мы просто идем и в трон. Не выходи. Наверное. Вторые некры сейчас будут у меня. Я же даже практически видео первое забился. У меня 3 минуты осталось. 2. Вот у нас спектра. Четкий сейф.
Уходи, жру его. Ай, больно. А чё не крайми-то не бьете? Потому что у меня в стане стояли. А-а. Такая же фигня. И все, смотри, что. Разбираем некрачей в атаку, давай. Че, убил, да, некрача? Молодец. Ой, огонь. Подходите, сейчас, сейчас. Жрать его начал. Вот так вот. Пошел в жопу, называется. Третий некрач есть. Все, закупаемся, идем в мид. Ой, нафиг. Может, по топу пойдем? Можно по топу. Давайте по топу попробуем. Что там? Как раз пока дойдем, некрачи все отпадают. Мне еще 10 секунд. Ой, еще мои некрачи живые. А, не, не мои. Все некрачи. Мои, наверное? Не знаю. Не, не мои. Нет, там не дают. Нашел. Жру. Ой-ой-ой! Не уходит. А, да-да-да. Трата ошибается. Просто... Просто Гарри Поттер. Да. Экспендрум Патронум. А куда они побежали? А, во. Понял. Понял. Все, все. Идем дальше. Я что-то... Я аж офигел, куда они побежали, а? Блин, у меня практически Шива как бы. Она мисло крипы ломает. Шивы нормально. Че ну, говоришь? Не сломают, пацаны, нам. Я могу тэпнуться, если надо. Да не-не-не-не-не, идем просто, если мы. Не, могу некрачей оставить и уйти, если что вниз. Этими некрачами сейчас будет вообще просто. У нас. Вот если бы без аганимов и всяких квадраток, у нас уже были бы третьи. Третья была бы фигня, была бы вообще бы комикс. Да сейчас будет третья. У меня есть третья. Аппарат, ты-то иди, ты можешь ходить в это время. Аппарат, сейчас будет последний замес. Че, он... пускаем некрачей? Да, некрачей, просто в тавр. Сейчас кентавр сам сел. Ну некрачей это отправьте, ну вот просто некры стоят. Мои бьют. Мои бьют. Я вызвал. Что-то мы вообще именно дамажили. Меня так просто не взять. Эпичная игра, однозначно. У кентавра уже 4200 хп. У тебя должно быть столько же. А я 16 уровень. Я 21. Я 18. Я 18. Ну я мидер, собственно. Я промолчу. Блин, я даже догон не успеваю юзать во всем этом замесе. Это вообще такая жесть. Так, давайте сейчас все соберемся, короче, и пойдем туда по низу. У нас не получилось. Ребят, я предлагаю, короче, надо просто поймать доктора и убивать его. Он нас убивает только. Если мы поймаем доктора, мы выиграем. Давай попробуем. Почему спектра дамажит тоже нормально? А в итоге-то убивает вещдоктор, бля, ульте я гониму. Кентавр чё, он подстанет, и всё, мы все жирные. Всё, всё, пацаны, на низ, дефать вообще прям. Все некров вызываем. Я 16 секунд. Вызвали? Ебать! Ё-моё! Я там все с тарасками, блядь, их не крыть, блядь. И бежать. Все по плану. А чё это было вообще? Мы же это? Мы же с ними как-то дрались, почему сейчас мы с ними не смогли подраться? Потому
Потому что Вэллоу Дискорд и улица гонимом. Да, Вэллоу Дискорд вообще решает. Ладно, пацаны, давайте. Давайте, знаете, что сейчас сделаем? Просто оставляем базу. И просто идем. Суициднуться в трон? Ну а что еще делать? Можно? У нас просто ДПС, да ни у кого нету так-то по сути. Он только у пужа 212 дамага. Ну только у меня есть дамаг, все с руки. И то я никого с руки не бью. Не, ну аппарат его. Аппарат фейлонул. Главное нам все вместе не стоять просто и все, иначе они нас опять поймают. А че аппарат-то тебе? Не собрал вот ты аганим первым айтемом, это 4200, это вторые некра. А там 1000 и уже третий некра. Ты собрал бы их намного раньше бы пронесли, они бы не расформились. Ребята, нам бот быстрее пропущет, чем мы дойдем. Нет. Да. У нас еще нет глифа, видишь? Все задумано. Главное месте не стойте, чтобы опять кент не залетел сраный. Они на Рошана пошли. Поймать его. Ну, я даже не успел ничего проюзать. Ты? Вот и все. ГГ. Ну, мы пытались. Не, ну мы выиграли реально, если бы раньше не короче все собрали. Да. Да ладно, что это уже такое-то? Какой нахуй хорошо. Они все равно боятся. Он что-то хочет, да? Не того. Как они больно в фокусе. О, здорово. Привет, я аппарат, за кем ходит мой некр. Не спалился, отправил. Смотри такой, оп, ПВП просто. Одна тараска, две тараски. Да, это уже не смешно. Спектра развлекается. Типа под фонтан в пятером зашли. Вот сейчас еще заскринимся, да? Скрин после РБ. Давись. А знаешь в чем? В чем плюс? Мы все-таки сбиваем живого приоритета.